Так, друзья, мы приехали на очередную остановку. Сейчас будем обозревать виды с этой горы на такой красивый вот город. Где-то сейчас находимся в горах. Вот с этой вот вышки будем обозревать горы. Хай! Местные люди сидят, отдыхатники. Вот, а мы идем. Ну как вы? Красота, да? Сейчас фоткаться будем. О, как красиво, смотрите. Хай. Так, пойдемте. Забежим за бабуком. 10 минут у нас всего лишь, надо быстрее, быстрее. Вау, как красиво. Это не мираж? Не, вы там не мираж? Нет. Как будто что-то это, не? Оливки? Ой, утки, утки. Вау. Как красиво. Как фильм это, Жади, клон. Не? Ты послушай, ты послушай ее. Ну все уже. Она уже тут, она уже. Так, давай лучше на фоне горы. Красота. О, какая красота. Так, друзья, мы приехали на очередную остановку. Экскурсия у нас продолжается по Сахаре. Сейчас мы приехали к бабушке с Фатиме, если не ошибаюсь, которая живет вот в таком доме, то есть в пещере. Вот. Рыба – символ ну, благополучие, там, всего хорошего, то есть в семье все хорошо. Они в это верят. Вот, как-то так. Так что идем. Вот их пещеры. Пещеры у них современные, там есть все. Только вот они вот живут в таких вот условиях. Да? Жарких. Не то слово, жарко, интересно, чем они промышляют. Ну, да. Туризм, наверное. Нет. Нет. О, смотри, как классно. Смотри, еще не ковры цветут. Ковры, наверное, 100%. Класс. Похладно, угу. Такой стильный лофт. Конкретный, минимализм. Принять. Смотрите. Красота. Очень красиво, необычно, очень необычно. Там через 2 недели, 3 недели. Вахта. И уезжает на заработок, потом, ну, приезжает. Так, проходим к Фатиме. Бабушка здесь живет, да? Вот она так живет в пещере. Пещера небольшая, да. Здесь очень прохладно. Вот ванна там снимите. Ванна даже есть? Ну так, тазик. Ванная комната. Пойду посмотрю. Это там ванна? Да, да, да. Тут, короче, вот... Отсутствие горячей воды. Ну да, ванная, друзья. Ну вот он рассказывает еще. Такая комнатка. Так, друзья, сейчас заходим в очередную комнату. Здесь что? Гостиная. Вот, друзья, смотрим гостиная. Телевизор стоит. Матрасы. Мобильные зарядки сейчас тоже покажем. Вот. На жалобы похоже. Так, все. Так, друзья, сейчас мы заходим в другую комнату. И здесь трапезная. Трапезная, да. Вот что-то у них кладовая была. Такая они комната. Они полгода скрывались, они прятали туда еду. А там прохладно, я забралась туда. Так, друзья, сейчас мы заходим в комнату. Кухня. Называется кухня. Так.
Сейчас я вам покажу ее. Сейчас. Вот, друзья, это кухня. Кухня. Вот еще одна комната интересная. Киса! Кити-кити! О, Кити! Это вот интересная комната. Я бы лучше этого феником взяла бы. Такая вот комната. Это девочка, которая меня фотографирует сегодня целый день. Так, друзья, мы приехали на очередную остановку. Ресторан. Ресторан расположен в пещере. И, наверное, вот видите, все, вот видите, пещера. Вот пещера. Угу. Ой, май гад, чуть не упал. Вот. Сейчас идем кушать в ресторан. И продают различные вот товары. Ручной работы и неручной тоже. Сейчас надо пойти руки помыть. Вот. Смотрите. Здрасте. 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 Так, спускаемся. Там никого нет в туалете у вас? Друзья, пойдемте в пещеру. Возвращаемся к автобусу. Скоро будет еще одна остановочка. Ой, это классно, это все. Песок, глина. Еще что-то. Камни, наверное. Охренеть. Это называется камень роза пустыни. Вот. Итак, заключительная остановка. Остановка называется амфитеатр. Пошли. Сейчас я вам покажу амфитеатр. Он очень красивый и очень большой. Друзья, сейчас мы направляемся в сторону амфитеатра. Я вам сейчас его покажу издалека. Сейчас. Вот. Сейчас. Я была в Италии, в Роме. Вот смотрите, какая красота, друзья. Видите, амфитеатр. Охренеть. Охренеть просто. Вообще, просто в шоке. Выбираем дорогу, пожалуйста. Так мы же обратно все пойдем вместе. Какая красота, друзья, смотрите. Подземелье? Красиво. Жара, друзья. Охренеть. Кстати. Такие толстые стены. Друзья, лестница, смотрите, какая красивая. Видите? Сам вот амфитеатр здесь стоит, ждет нас. Современная лестница. Ну, я думаю, реставрация здесь была. Там такие же. Да? Красота, видите? Итак, друзья, мы только сейчас зашли вот на территорию амфитеатра. Никакой очереди, ничего. Быстро все. Выход здесь, да. Вам во сколько быть в автобусе? Без 10. Красота.
Так, я с вами буду, не заблужусь. Пожалуйста, кто не услышал выход с детства, проходите мимо этого аппарата и налево. И сразу... Вы такая красивая тенить. Смотрите. Красота какая. Так, солнце светит ярко. Цену постоянно ставят. После концерта проходим. Ну, это кинки, отъезд. Если я упаду, это страшно, а именно. А, ну. Там песни поют, что ли? А что там песни поют? Так, значит, это арена, где происходили все действия, спортивные соревнования, и также бои гладиаторов со зверями. То есть гладиаторы выходили с этой двух ворот, которые там и напротив, также за Симой, тоже такие же ворота, откуда они выходили. А зверей доставали вот с этого квадратика, который закрыт, и тоже под всеми такой же есть. То есть подземная часть, по сторонам там клетки, где их держали, замаливали мясо. И в сетку поднимали наверх и отпускали, чтобы бои начинались. Как говорили, центральная часть раньше была открыта для освещения и вентиляции подземных клеток, но закрыли, когда решили организовать международный фестиваль симфонической музыки. Вот сцена уже стоит. На одну половину, на вторую половину VIP-места, то есть стульчики ставят. А для остальных зрителей вот трибуны, которые восстановлены в 85-м году. То есть раньше трибуны были также. Первый уровень был вокруг арены. И там, где арки сохранились, это место императора и проконсула. Дальше пропускали этаж и построили второй уровень для среднего класса. Еще пропускали этаж и самый последний для остальной части общества. И все это было вокруг арены, естественно, и в том же числе и стена была вокруг арены полностью. Только в результате войны эта часть была разрушена, и камни сейчас они в мечеть Окбай Бунафа 7 века, потому что она построена именно этими камнями, которых забирали или забрали арабо-мусульмане с берберами с этого амфитеатра. Часть, которая была восстановлена археологами, вот за трибуной, где ровные гладкие камни, которые сильно отличаются от тех, которые остались с 3 века, которые все в дырках. Из-за того, что раньше, естественно, вручную строили и поднимали наверх камни для того, чтобы могли их зацепить, делают дырки со всех сторон. И это тот же самый случай, что камни на маленькой стене, то есть вокруг арены, но эти дырки остались, как вандали разрушили мрамор, который закрывал стены, и это следы железа гвоздей, чем прикрепляли мраморные доски. Вот там несколько кусочков остались у ворота, например, маленькие кусочки мрамора, вот еще там, где девушка стоит, там маленькие кусочки, и это из-за того, что стены все были покрыты мрамором, все площади в мозаиках, но вандали в 5 веке это уничтожили и забрали, то есть разгромили, поэтому здесь ничего не осталось от мозаик, которые были, в исключении маленьких кусочков, которые не передают никакую информацию. Для того, чтобы спускаться в подземную часть, вот центральная арка, по сторонам есть маленькие ворота, спускайтесь по ним, погуляйте в подземную часть и также выходите, чтобы сюда... Так, друзья, теперь мы идем вниз, в подвалы, катакомбы. Сюда пойдем? Давайте. Спускаемся, друзья. Всех иметь. Это прям как мы это. На обед ходили. А, ну да, в пещеру в эту. Да, да, да. Осторожно, не убрать.
Куда пойдем? Катакомбы пещеры. Красота. Угу. Так, вот идем сейчас в подвале. Здесь комнаты, там тоже комнаты. Клетки. Клетки? Скорее всего. А, да. О, точно. Клетки. Причем, судя по объему, скорее всего, клетки не живут. Наверное. Продолжаем. Видео все. Давайте там фото. Мне тоже нравится. Мрачновато. Красота. Это мечеть. Мечеть. Да, на молитву я тоже могу подумать. Охренеть. Красота. Да, с удовольствием, все. Давай. Так, поднялись мы на какой-то этаж. Вот девочки впереди идут. Ой, как красиво. Девочки, вы здесь фото не хотите? Пойдем наверх, на самый такой. Пойдем, там потрясающий. Пойдемте. Красота. Идем. Вау. Охренеть. Замри. Лен. Долго мне будешь ловить так? 3 евро. Ага. Ну, две фотографии? Да. Так, поднимаемся. Алис, выше. Еще выше хотят девочки подняться. Сейчас поднимемся. Сколько здесь этажей? Вообще 5. 5? И не скажешь, целых 10. Пролеты высокие. А, ну да. Классно, все видно, девочки, смотрите. Чет. О, там новые гладиаторские бои. О! Спасибо. Там новые гладиаторские бои. Классно. О, такой классный вид. Ну, о чем? Охренеть. Все видно. Красота. Сейчас. Так, друзья, мы спускаемся. Здесь очень узко, сказали девочки. Держись, что-нибудь. Не, нормально иду. Так, спускаемся. Ступеньки очень узкие. Она только очень скользкая. И скользкая ступенька. Да, но она очень крутая и скользкая. А вон площадь. Нет, вон площадь. А вот здесь не хотите фото? Можно. Давайте тут темновато. Сейчас посмотрим. Тут, смотри, здесь уже не такой вид. Ну, это, ну, не вид, да, но... Тут просто руины. Ну, просто да. Просто заколок.
какой-то. Пойдем. Пошли. Алекс, только аккуратнее. Да, если коленка болит, то... Да, она вылетает. О, бедняжка. Аккуратно. Она вылетела перед поездкой. Теперь мучаюсь, хожу, хромаю, болит и... Бедняжка. Ну ничего, сейчас приедешь, пойдешь, обследуешься. Да. Хирургу. Да, пришьют мне все. Какая красота, все же вообще. Круто, не то слово. Какие масштабы, какие масштабы. Угу. Обидно, мало времени дают. Да. У нас такая насыщенная программа за эти два дня была, конечно. Это же больше последний, да, ведь? Да. Точно. О, богу. Два дня. Там кто-то летит наверх, чтобы он летит. А да, уже да, на самом верх вот вид на арену, вот с этой стороны. К императорам сюда? Да, к императорам пошли сюда. Пошли голосовать. Удачного вам голосования, Алекс, направо. Да, 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 давай держи. А можно налево к выходу сразу? Здесь проще будет. Только аккуратно, вот так. Местные жители сидят. Отдыхают. Мы спускаемся. Аккуратно. Аккуратно. Спустились. Видео. Напитки, мороженое. Это дорого, наверное. Нет? Пошлите. Ну как? Посмотрели? Конкретно.